Поэтому сегодня мы бы хотели вместе с вами в игры, которые будут, все, чтобы проходить, вместе с вами делиться, вместе общаться, и для того, чтобы наши отношения были ближе, лучше, ну и чтобы мы стали все-таки одной большой семьей. Ну и, конечно, все игры обязательно проходят с призами. Как же без этого нам не обойтись? И, конечно же, обожаю я в том числе получать и давать призы. Сегодня у вас есть замечательная возможность получить призы на лотереях. Вы играете любую игру и получаете тикеты. Будут раздаваться призы по этим тикетам. А сейчас есть замечательная возможность получить просто так один замечательный приз от нашей семьи. А приз будет, можно сказать, ни за что. Мы недавно с моим мужем отметили 14-летие. Спасибо. И хотим сделать подарок той семье, которая нас перепрыгнет. Похвастайтесь. Больше 14 лет. Ну-ка, сколько? 17. Кто может перепрыгнуть 17? Сколько? 26. Кто может перепрыгнуть 26? Ну-ка, кто может 26 перепрыгнуть? Поднимайте руки. Есть чем похвастаться? Хорошо, есть прекрасная, замечательная семья, у которых 26 лет. И они получают приз, купон на замечательный вечер и ужин со свечами. В нашем доме, в нашей семье можете выбрать украинскую кухню, русскую кухню или азиатскую кухню. Да, этот купон от нашей семьи.
И вы приглашаетесь в наш дом на наш ужин. С нашей семьей мы можем похвастаться. У нас есть 5 деток, замечательных мальчишек. Они все здесь, тоже работают, помогают. Да. Да, еще хотели бы напомнить, что сегодня та семья, которая будет активнее всех участвовать, та семья получит приз. Поэтому помогайте друг другу, старайтесь больше, высказывайте все, что вы думаете, когда будут игры. Старайтесь больше, когда будут эстафеты, и за это обязательно будет поощрение. Ну и команды должны поделиться. Вы каждый знаете, что вы находитесь по определенному цвету, правильно? Ага, правильно. Если вы не знаете, посмотрите на свои дэджики, на них есть определенный цвет. Итак, у нас 3 команды. Да, красная команда. Ну-ка, поднимите руки, красная команда. Ну, розовая, окей, розовая. Посмотрите друг на друга. Хорошо, а теперь я покажу лидера розовой команды. Познакомьтесь. Хорошо, теперь у нас есть 2 команда. Это команда желтая. Посмотрите друг на друга, и ваш лидер стоит слева от меня, в белом. И последняя команда, желтая осталась. И лидер желтой команды, это я! Зеленая! Зеленая, конечно, зеленая. Все, команды, я прошу вас быть дружными, работать вместе и бороться за свою победу, потому что мы все здесь чемпионы. Скажите, что мы настоящая команда. Спасибо большое. Все команды, прошу, направо, на фланг. Вон пошел уже человек в белой майке. Oh!
Давай, Паша! Еще один бежит, еще один сюда ползет. Так, первый есть. Вместе, вместе, вместе. Бегим, бежим, бежим. Команда Green 17 очков. И команда Eagles 18. Это маленький отрыв, друзья мои, совсем маленький. А сейчас приятного аппетита и можем кушать. Сергей не учел соотношение детей к взрослым командам. Женщины, дети вперед!